Общественно значимые задачи можно выполнять только при поддержке самого общества. С этого тезиса начал заседание начальник регионального ОМВД Павел Гаврилин. Практика это подтверждает. Так, только за первые три месяца 2021 года в массовых мероприятиях в области участвовало 120 тысяч граждан. Порядок обеспечивали 3 тысячи полицейских. Им помогали добровольцы, более тысячи представителей различных объединений. В январе-марте 2021 года территориальным подразделением внутренних дел был обеспечен правопорядок и общественная безопасность при проведении 648 массовых мероприятий. Это 15 публичных мероприятий, 126 спортивных, 270 культурно-зрелищных и 227 религиозных мероприятий. Полиция не только пресекает и расследует преступления. Немаловажная функция – розыск без вести пропавших. И здесь люди в погонах в одной упряжке с поисковыми отрядами. Вот у меня предложение такое. Можно ли как-то либо создать какое-то приложение для телефона, чтобы рассылать ориентировку с фотографиями, либо подписать их там на телеграм-канал, какой-то чат создать, чтобы им приходила ориентировка именно с фотографией, приметами. Свои помощники есть и у наркополицейских. За последние 7 лет в рамках реализации молодежного проекта «Стоп наркотик» сложился крепкий коллектив. Его члены пропагандируют здоровый образ жизни, мониторят соцсети на предмет рекламы запрещенных веществ, убирают объявления об их продаже с фасадов домов.